С коррупцией в органах национальной полиции будет бороться специализированная комиссия. Ее сегодня презентовал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко. По его мнению, новая структура продолжит те правильные инициативы, которые начали общественные организации. Один из найдієвіших таких запущених механізмів було створення обласних регіональних робочих груп по співпраці та взаємодії громадськості з органами, що координуються міністром внутрішніх справ. Вони були створені у кожній області України, відповідно, досить активно, досить продуктивно відпрацювали. В круглом столі прийняли участие общественные деятели, депутаты городского совета. Они также отметили важность создания подобной структуры. Существует запрос у общества, так как сегодня система выборов и работы с депутатами, мы очень благодарны, я думаю, скажу за коллег, что вы работаете, планируете работать именно с депутатским корпусом. Очень бы хотелось, чтобы это общественный совет, он был действительно рабочим, чтобы он был мобильным, чтобы не возникало вопросов, а почему вошел этот общественный деятель, а не другой.